Не дождались, примчались сами. Мы смс-ки набирали, друзей и знакомых вербовали. Душой, улыбкой, сердцем, взглядом всегда незримо были рядом. Теперь, наполненные чувством, мы пригремели за искусством. Для нас как сын, как друг, как брат. Тебя потискать каждый раз. Еще добавлю, все не против, для нас ты точно как наркотик. О, как ты смотришь, нереально. Я думала, это будет не даже дышишь, гениально. А как все в нас бросает дрожь, когда фальцетом ты поешь. Мы в исступлении застываем, местами речи, да, теряем, от рук поющих созерцания парализованы желания. Рассудок все мы потеряли, глаза взглянули и пропали. А то, как микрофон обнял, нас депортирует в астрал. О, как ты подал песню ран, не имели глядя на экран. А те, кто песню слушал в зале, навеки ранеными стали. Привет, горячие из России. Нашли. Они там все на красе. На ветке с завистью сидят, увидеть все тебя хотят. Ты столько счастья всем принес, наш крыша сдвиг и крыша снова. Подвижен, ловок, экспрессивен, в твоих движениях столько силы, как добрый доктор утверждает, такие в драке побеждают. Пожар на сцене, искры, драйв. Наш энерджайзер, даришь кайф. На сцене разный, каждый раз. Всегда стараешься для нас. Мы за тебя стоим горой, а ты не расслабляйся. Ой. Работай, рук не опускай. И о своих не забывай. Харизму, позитив и свет дари со сцены много лет. На сцене будь всегда как Бог, чтоб перепеть никто не смог. Браво! Это же вообще, это, я не знаю, это надо просто...